самое мирное, древнейшее и благородное. Все эти определения без сомнения подходят для этой удивительной профессии, которая появилась еще на заре цивилизации. Праздничную программу, посвященную Дню строителя, открывали почетные гости. В адрес работников созидательного труда прозвучали теплые и искренние поздравления. Позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, новых профессиональных достижений на благо города и нашей великой страны. Труд строителей – это неустанная творческая работа на благо страны и ее граждан, который дарит людям радость, делает нашу жизнь счастливее. Миллионы людей благодарны вам за ваш труд. День строителя – особенный праздник для десногорцев. На протяжении долгих лет на въезде в город висел плакат «Живешь на Смоленщине – будь строителем». Этот призыв тогда, 45 лет назад, был очень актуальным, ведь наряду с возведением атомной электростанции строился и удивительный, красивый город. Десногорск от самого первого камушка, самого первого фундамента построен руками первостроителей. Сейчас я первое лето отдыхаю и работаю, но радуюсь каждому дню, особенно этому, который отмечают практически все строители нашего города. А ведь у нас здесь большая часть строителей. Это куда ни посмотри, везде мы чувствуем, что наш труд вложен. Может, к сожалению, к счастью, на ближайшее время строители будут очень сильно востребованы. Особенно те специалисты, у которых был опыт работы тех 20 лет назад. Потому что по современным программам нашего президента разворачивается очень крупное строительство по строительству энергетических объектов и развитию атомной энергетики. Праздничное настроение горожанам своими яркими выступлениями создавал народный коллектив студии эстрадной песни «Ренессанс». В программу вошли как тематические композиции, посвященные Дню строителя, так и современные популярные песни. Строители, вы создаете города, строители, гордится вами вся страна, трудится и в дождь, и в голода. Строители, призвание навсегда. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.